Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о сразу нескольких тюркских народах в России. Тувинцы – тюркоязычный народ России, проживающий на территории Республики Тува. Численность народа составляет около 300 тысяч человек. Существует собственный язык, которым владеет почти каждый тувинец. Большинство тувинцев исповедуют буддизм, но также среди них сохраняются и традиционные верования. Кумыки – тюркоязычный народ, один из коренных народов сегодняшних Дагестана, Чечни и Северной Осетии. Численность народа составляет 500 тысяч человек. Помимо России проживают в Украине, Казахстане, Беларуси, Латвии, Узбекистане и Турции. Также существует собственный язык, исповедует ислам суннитского толка. Чуваши – это пятая по численности нация России, большая часть представителей которой владеет чувашским языком, единственным живым из исчезнувшей булгарской группы тюркской языковой семьи. Всего в мире проживает 1 миллион 500 тысяч человек, исповедуют православное христианство. Башкиры – тюркский народ, коренное население Республики Башкортостан. Численность в мире около 2 миллионов человек. Национальный язык – башкирский. Также распространены русский и татарский языки. Традиционная религия – ислам суннитского толка. Татары – второй народ России по численности населения после русских. Численность составляет 5 миллионов 500 тысяч человек. Крупнейшие диаспоры расположены в Турции, Азербайджане и в Румынии. Существует собственный язык – татарский. Исповедуют ислам суннитского толка. Якуты – тюркский народ, проживающий в основном в республике Саха. Общая численность в России – 478 тысяч человек. Быт их связан с шаманством. С другой стороны, значительная часть якутов исповедует православное христианство. Якутский язык относится к северо-восточной ветви тюркской группы алтайских языков.